Продолжаем прохождение игры Rage. Так, так, я помню, что этого обобрали. Здесь надо найти динамит, который забыли рабочие. Так, что там за ад происходит? Так, по-моему, тут что-то надо нажать. Не кажется ли вам так же, что здесь вот с этой штукой надо что-то сделать? Которая подсвечивается у нас постоянно. Так, ладно, но... Перед тем, как мы это сделаем, нам нужно как-то найти... Найти проход к этому месту. И странно, что кто-то там убегает постоянно. Нам нужно его догнать. Ну и чё? Ну, я их не боюсь. Чё-то какие-то странные вопли были. Вам не кажется? Да-да. Но почему они меня не видят? Вопрос. Так, блин, у меня, правда, мурашки по коже от их воплей. Так, что здесь у нас? Так, подбираем пистолетные патроны. Так, все, забираем динамитные шашки. Так, и детонатор на все линии. Ну, вот тот детонатор. Блин, ну как же так? Патроны-то нельзя взять. Что за хрень вообще была? Ну и чё? Так. Охренеть. Жесткие. Пошли. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну давай, 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 лезь. Ну вроде все. Кто должен открыть, что ли, здесь? Ну, бегут, бегут, бегут. Так, раз, два. Ну и все. А, вон, смотрите, еще кто-то там прыгает. Так, ну много еще этих мутантов здесь будет. Так. Ой. Ну когда они там закончатся, мать их. Хорошо, хоть я мини-ракет нормально одел. Ой. Блядь, смотрите, они даже подыхать не хотят. Они все лезут и лезут. Да? Блин, тир чертов. Ну вот теперь все. Да нет, смотрите-ка, еще лезет. На! Открывайте! Железку вашу гребаную. Ну и. Так, побежали, побежали, еще они. О, наконец-то! Кто-то догадался поднять. Ну-ка, ну-ка. Спокуха, ребятки. Бьяч. Хотя, наверное, надо было патрон правительства использовать. Ну ладно, ладно, оставляем. Так, а я тут больше ничего не забыл, кстати говоря. Нет, тут никаких ништяков не спрятано. Фух, а я думал, посложнее будет. Так, у нас здесь что? Писсуарчики, да? Так, бутылочки, пиво. Так, тут все закрыто, к сожалению. Ну, я просто обыскать, мало ли что. Так, вон они побежали. Спокуха, ребята. Ох, с гренами полезли. Вот это, кстати, фигня. Надо бы побольше мини-ракет делать. Что-то я уж сейчас жалею, что маловатенько их у меня. Так, тут я ничего открыть не смогу. Да, навряд ли. Ладно, в любом случае, на вниз. Блях. Еще один бежит. Куда? Ух ты. Ну все. Главное, чтобы еще 85 мини-ракет хватило мне. Так, что за хрень? Блядь, считай, кипишую. Пусть он выходит там, прямо встает и все. Так, вот здесь убитые ребята. Спят усталые игрушки, и мишки спят. Так, где-то уже, наверное, недалеко. Этот взрыватель находится. Ну-ка, ты чё, ты чё? Спокух, ребята! Ух ты! Так.
Ну тут сейчас бойня будет. Так, надо спрятаться, пожалуй. Yes. Ну все. Блин, хорошее попадание. Ну, ёшкин кот. Yes. Отлично. Правда то, что у меня мало мини-ракет, все их меньше и меньше. Вот это меня очень сильно смущает. Давай, упади, все, упал. Так, сейчас вот взорвется. Да. Отлично. Так, страна, вот все, слизь превратился. Ну все, я думаю, с этими все окей. Пистолетные патроны. Что у нас там еще есть? 562, надо их продавать нафиг. Так, давайте-ка патрон правительства. Что еще у нас тут? Снайперские патроны. Девяточки. В девятом слоте ничего нет. О, фугасные ракеты. Если не ошибаюсь. Так, там еще были какие-то супер-пупер ракеты. Да, ладно, потом сделаем, когда на пустошах будем. Надо бы попробовать. А у меня, кстати, по-моему... Да, две турельки-то еще есть. Странно-то, что не турельки, а вот эти мини-роботы. Странно, что я их-то и не использовал здесь. Эх, они прям здесь бы нам действительно пригодились бы. Можно, конечно... Ну-ка. О! Шик блеск. Пойдем, пойдем, маленький мой. Так, вот сейчас он его загасит. Давай, 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 гаси его. Отлично. Эй-эй-эй-эй. Ух ты. Класс. Маленький, на ручке хочешь, да? К папочке. Ну, подожди, подожди, маленький мой. Пойдем, пойдем. Пойдем за папой. Пошли, малыш. Так, ладно. Берем. Смотрите, сейчас что будет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, давай, гаси его. Клево. Вообще шик-блеск. Пойдем, маленький. Малышок. Ах ты ж. Просто класс. Отлично. Так. Вот тут сейчас будет, по-моему, ад. Но не, он перейти не сможет. Не, сможет, видите. Давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Кис-кис-кис-кис-кис. Так, ну что, сейчас здесь жопа будет полнейшая. Дайте-ка, сейчас я быстро вот тут возьму. Патрон правительства снова дают. Картечь пусть будет. Так, картечь. Да, с патроном правительства-то я вернуться тоже не смогу. Так, лучше тогда с этой мини-турелечкой. Сейчас мы ее подождем. Интересно, она спрыгнуть-то сможет здесь? Давай, 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 маленький. Маленький, прыгай сюда. Отлично. Так, какой-то рык странный. Ух ты. Yes. О, да. Давай, малыш, не иди ко мне, стреляй. У него еще патроны, что ли, закончились? Да нет, вроде. А что, неплохо месяц ты? О, да. Отлично, отлично. Давай, косик. Стрелял по своей. Че, все, да? Эй! Давай, давай, малышок. О, отлично. Правда, косит немножко, но... Yes. Вот то, что надо. О, да. Отличные патрончики сейчас используем. Так, суперски. Ой, маленький мой, спасите. Так, это что за хрень? Ой-ой-ой-ой, какая херня.